На сцене Уфа. Фестиваль «Волготеатральный» набирает обороты. Я, Марьяна Мирная, продолжаю рассказывать вам об участниках. Жюри ежедневно отсматривает спектакли театров Приволжского федерального округа. Театр из Башкирии привез необычную постановку. Как говорят сами актеры, это не драматургия, а литература. Произведение Григория Горина, философское, с юмором, они представили на суд самарского зрителя. Наверное, мы попали вот в тот тренд, который сейчас существует. Некая ностальгия по прошлому, некая ностальгия по вот той стране, в которой, ну, я во всяком случае родился, которую сегодня нельзя найти ни на одной карте мира. И те недостатки, с которыми мы боролись в свое время, когда Горин писал свои произведения, и они действительно зачастую мешали жить и с ними боролись, но сейчас с количеством прожитых лет они кажутся такими безобидными, такими какими-то милыми, я бы даже сказал. Только приняв этого человека, оправдав его, все его мелкое, все его великое, только тогда ты сможешь присвоить его чувства и быть искренним в них. А спектакль мы этот очень любим, потому что у нас есть возможность в течение всего действия несколько раз побывать в многих ролях, в эпизодах. Мы в принципе, рассказываем рассказы. Это не драматургия, это литература. «Улыбайтесь, господа», – написал как-то Григорий Горин. Теперь эту мысль до самарского зрителя донесли со сцены актеры из Уфы. Этот спектакль – один из самых любимых в коллективе. Но, несмотря на уверенность в своих силах, волнение перед выходом на чужую сцену зашкаливает. Больше скажу, что я знаю, кто где будет сидеть. А в новом городе, в незнакомом театре, со встречи с незнакомым зрителем, это такое волнительное событие. Я сейчас собираюсь пойти в фойе, посмотреть, кто пришел, чтобы немножко познакомиться. Если спектакль хороший, реакция зрителя будет позитивной. Вот и уфимских актеров самарцы одарили аплодисментами. Простите, Бога ради, еще раз извините. Я как-то... почему-то не улавливаю здесь юмора. Ну давайте рассуждать логически. Ну, ведь у больного болела голова, не так ли? Голова! Как же такая повязка-то оказалась на ноге? Сползла в детское дно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, там сидят. Билетов на спектакли приезжих театров не достать. Искушенному самарскому зрителю по душе знакомство с новыми актерами и театрами. Я с нетерпением жду гастролей других театров, потому что, наверное, репертуар нашего театра я уже пересмотрела. Вот очень надеюсь на хорошее настроение и что мои ожидания оправдаются. Комедия, во-первых, заинтересовала то, что, и сравнить выступления других актеров, не только самарского театра. Открыть для себя что-то новое, действительно, узнать новости. А вдруг мы окажемся в ихнем городе, из которого сейчас к нам приехало это вот выступление делать, и будем у них там уже знать. Фестиваль «Волготеатральная» продолжается. Завтра будет новый день и новые спектакли. Итоги конкурса подведут 30 сентября. Не прощаюсь. Увидимся завтра в дневнике «Волготеатральной».